Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 121 на странице 71. Прочитайте выразительно. Часы идут за днями дни, часы бегут за веком век. Куда торопитесь, часы? Спросил однажды человек. Часы ужасно удивились, задумались, остановились. Усачев. Найди в предложениях многозначные слова, в каких значениях они употреблены. Многозначное слово – это слово «часы». Часы обозначают единицы измерения времени, например, 5 часов, 12 часов. И часы – это инструмент для измерения времени. Выпишите из предложения глагола, укажите время каждого глагола. Идут – настоящее время. Бегут. Когда бегут? Сейчас, настоящее время. Торопитесь, торопитесь. Когда торопитесь? Сейчас, настоящее время. Спросил, спросил. Прошедшее время. Удивились. Когда удивились? Раньше, в прошлом, прошедшее время. Задумались. Когда задумались? Давно, в прошедшем времени. Остановились. Когда остановились? Также давно, в прошлом, прошедшее время. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.